Всем доброе утро. Мы продолжаем вам показывать предложение от собственника. Сегодня у меня будет две квартиры с ремонтом по очень выгодной цене. Поэтому посмотрите видео до конца. Я уверен, что те люди, которые хотели купить по выгодной цене сейчас квартиру уже в сданном доме с ремонтом, с отличной планировкой, я думаю, что вас это предложение должно заинтересовать. Тем более там есть возможности в ипотеку. И цена действительно отличается, ну, прилично отличается от тех предложений, которые продают и есть в продаже без ремонта, и еще и как бы они дешевле. Итак, давайте, собственник Геннадий нам прислал два объявления, это реальное объявление на Авито. Смотрите, двухкомнатная квартира, 61,1 квадратный метр на третьем этаже 18-этажного дома. Сейчас фотографии с вами посмотрим. 18 600 000 рублей. Это Альпийский квартал, ребят. Это квартира в Альпийском квартале. То есть это новый дом. Это не старая какая-то зачуханная вторичка. Это свежий ремонт, потому что относительно только у нас недавно сдался этот комплекс. Поэтому обратите на это внимание, на это предложение. Я думаю, что кому-то оно зайдет. Вот видно даже балкончик, то есть распашные двери. Квартира двухкомнатная, ну, новый ремонт, можно сказать, да, она обжитая, конечно, вот дополнительный водонагреватель установлен, вот такой вот вид получается с балкона, вот такая планировка по вот этому этажу. Итак, давайте посмотрим, для тех, кто не знает, где это расположено, это фактически завокзальный район, район Ареды, до центра Сочи там, ну, как бы относительно недалеко. То есть можно пешком дойти, ну, примерно, я так думаю, минут 25, может быть, чуть побольше. Здесь есть описание, вот, можете зайти почитать. В общем, в принципе, интересное предложение по цене. Что касается подобного предложения, так сказать, от застройщика, там, от инвесторов, которые продаются сейчас. Данная планировка 61,1 квадратный метр сейчас в продаже. Дальше. Следующее предложение в этом же комплексе, только уже на шестом этаже, 62,6 квадратных метра по 343 тысячи за квадратный метр. Ну, этаж выше, видовые характеристики лучше, за 21 миллион 500 тысяч рублей. Давайте посмотрим фотографии, которые здесь размещены, немножко они отличаются от того предложения, которое есть. Ну и цена, естественно, разная, да? Разные ремонты. Вот, ну, неплохое предложение, я считаю. Почему? Потому что такое подобное предложение стоит аж по 420 тысяч за квадратный метр. И стоит без ремонта 26 миллионов 418 тысяч. Поэтому, ну, подумайте хорошенько. Если вы хотели, ну, хорошую, большую, просторную квартиру, двухкомнатная, полноценная, еще и с мебелью, и не заморачиваться, например, с ремонтом. Я считаю, что это неплохо. Вот такой вот вид, детская игровая площадка. Мы уже делали ремонт в подобной квартире, правда, пока только черновой. Вот, ну, хорошая планировка, три окна. Здесь также есть описание, ну, по карте я уже вам показывал, где это расположено. В принципе, здесь такое же все описание. Считаю, уникальное предложение по такой цене. Сейчас начну спрашивать, почему так дешево, подозрительно, все такое. Вы знаете, есть люди, которые покупали квартиры в данном жилом комплексе от 100 тысяч за квадратный метр. Поэтому ничего тут удивительного нету. Для тех, кому нужны срочные деньги, а здесь продаются две квартиры, но какая из них первая продастся, вторую квартиру собственник при общении мы с ним говорили, возможно, он просто сдаст. Просто какая из, одна из двух продастся первой. Поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность сэкономить, если вы присматривались к Альпийскому кварталу, если вы думали, стоит покупать, не стоит, то сейчас, ну, в принципе, с таким предложением, я думаю, что в разнице, особенно в цене, я думаю, что это стоящий вариант. Однозначно напишите сами в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если у вас есть предложение, которое можно разместить на нашем канале, пожалуйста, присылайте. Безвозмездно я это сделаю. Оставайтесь с нами на канале, потому что у нас будет много чего интересного. И покажем вам наш рабочий процесс.
Так, сейчас мы в квартире 7К5, это квартира, в которой мы делали сначала черновой ремонт, сейчас чистовой, у нас он подходит фактически к концу, кое-какие работы уже можно показать, это у нас ванная комната уже полностью готова, установлена ванная, то есть сантехника, лючок, водонагреватель, остается здесь сделать только потолки и установить розетки. Двери у нас, обратите внимание, уже готовы, поставили, сейчас я закрою. Смотрите, как все аккуратненько. Еще частично кое-где не поклеены обои. Это в процессе. Вот это у нас кладовочка. Здесь обои уже поклеены серого цвета. Сейчас как раз устанавливает монтаж дверей. Происходит. Это у нас кухня-гостиная. В этой стороне будет кухня. Ну и телевизор. Сейчас там прорезать надо. Кое-какие розеточки будет. Вот, обоями заклеены. И вот здесь вот будет еще красивое панно. Ну, какое-то будет немножко другого орнамента. А, постелили уже кварц-винил. Еще нужно будет здесь установить батарею. В данном случае здесь сейчас устанавливают дверь. Это спальная комната, она уже тоже готова. Сейчас производится монтаж. Это будут такие раздвижные двери. Я не буду пока их трогать. Вот, потихонечку процесс у нас идет. Вот, следующий процесс будет уже поклейки до конца всех обоев и натяжной потолок, ну, еще что-то с плинтусами тут. В принципе, работы идут, все отлично. Как только доделаем квартиру, уберемся, ну, так сказать, да, поверхностно, и покажем вам готовый результат квартиры в жилом комплексе «Адлер». Поэтому обращайтесь, если вам нужен ремонт. Всем привет! Мы с вами находимся на Гринсейл Парк, на улице Веселая, в Сириусе. Где начинаем чистовой ремонт в одной из квартир в этом ЖК на первом этаже. Мы с вами находимся в квартире. Квартира 36 квадратов. Начинаем мы чистовой ремонт. Материал завезли. Клей, плитка на полу. Также ОСБ-плита. Будем обшивать потолок на лофте. В санузле будет гипсокартон. Также пластиковые панели. Все в кафеле. Теплые полы везде. На втором ярусе будем обшивать, укладывать фанеру. Сверху ламинат. Потолок частично будем делать из гипсокартона, остальное натяжной. Канализацию тоже закроем из гипсокартона. Всем доброго дня. Жилой комплекс «Ландыш», это у нас «Мамайка». Встречаем машину с чистовым материалом. Привезли строительные смеси. Здесь у нас около 500 килограмм, даже больше. Грунтовка, клей и штукатурка. Вот он у нас новый объект по чистовому ремонту. Это двухуровневая квартира. Общей площади 67,5 квадратов. Снизу у нас детская площадка. Вот такой вид на «Мамайку». Итак, все смеси у нас на месте. Все мешки занесли. Сейчас последнее ведро занесут, и все, и двигаемся дальше. Всем пока, до новых встреч, ждем звонков. Так, наш рабочий день будет заканчиваться. У нас сегодня два договора, чистовой и черновой ремонт. На нашем канале вы увидите эти квартиры. Ну и не забудьте о том, что у нас сейчас цена чернового ремонта снизилась до 15 тысяч, включая черновые материалы. За квадратный метр доставка, разгрузка, вывоз мусора.
Есть возможность по перечислению сделать платежи. Мы их делим на 5 платежей. То есть также у нас есть возможность сделать вам планировочное решение в подарок. Об этом я тоже всегда говорю. Но приходится повторять нашим зрителям. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, прожмите лайк. Будем вам очень благодарны. Ждите следующих видео. И не забудьте, что мы помогаем здесь дистанционно закупить материал. Этим занимается у нас Михаил. Хорошего настроения. Пока.